Здравствуйте, это итоги дня информационного портала ulpravda.ru. В студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Бюджет Ульяновской области пополнился на 12 миллиардов. Сергей Морозов озвучил основные направления и задачи инвестиционной политики региона на текущий год. Новоспасскую поликлинику отремонтировали, а больницу модернизируют. Ульяновцам сделают прививки от кори. Сегодня Сергей Морозов выступил с инвестиционным посланием. В 2019 году в регионе будет реализован ряд крупных инвестиционных проектов. В апреле этого года начнется создание сервисного центра «Банк Открытия». В мае планируется завершить строительство завода по производству лопастей «Вестас». Также идет реконструкция производственного комплекса компании «Исузу РУС». В сельском хозяйстве начинается строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки в Кузоватовском районе, а также животноводческой фермы на территории Ульяновского района. Во втором полугодии завершится реализация еще ряда проектов. На базе Аграрного университета прошел региональный форум «Пространственное развитие сельских территорий». Дискуссионные площадки и бурные обсуждения на тему развития русского села завершились пленарным заседанием при губернаторе. В чем толк от подобных мероприятий, расскажет Виктория Черкова. В начале апреля поселок Октябрьский превратился в информационный центр для местных аграриев. Там прошел форум «Пространственное развитие сельских территорий». Его круглые столы и семинары были посвящены здравоохранению, благоустройству и инвестициям. Форум стал кульминацией сельских сходов, которые недавно прошли во всех районах области. Проблем обсудили предостаточно, но Михаил Семенкин выделил самую острую – уровень жизни в селах родного края необходимо привести к общему знаменателю. Острый, скажем так, момент, который на сегодняшний день нас беспокоит – это дисбаланс среди муниципальных образований. Мы видим, как на сегодняшний день в определенных муниципальных образованиях практически в два раза есть показатели ниже, чем, например, в соседних муниципальных образованиях, либо сравнивать, допустим, южную зону с западной зоной, где есть определенное отставание как в экономическом и социальном аспекте. Сельские старосты приехали отстаивать права земляков на комфортную жизнь. Один из них – Алексей Малин, народный активист и директор школы в одном лице. Староста Краснополки Корсунского района обозначил главный плюс этого мероприятия. На форуме члены правительства и руководство Мельсельхоза могут напрямую узнать о проблеме и найти способы ее решения. Разумеется, староста рассказал о своих печалях первым лицам области. В некоторые участки населенного пункта газопровод провели туда, где уже жителей не осталось, а до некоторых жителей его не довели. И для того, чтобы исключить такие нюансы, мне кажется, вот такие форумы, они позволяют на короткой дистанции общаться с властью. После круглых столов настало время пленарного заседания. Губернатор Сергей Морозов напомнил о положительных переменах на селе, о построенных ФАПах и домах культуры, а также возрожденных детских садиках. Много хорошего произошло в 2018 году, однако остались и некоторые недоработки. Села газифицируются, но необходимо ускорить этот процесс. Не так давно руководство страны встречалось с руководством «Газпрома», где президенту была поставлена жесткая задача. Не больше 10 лет потратить на полную газификацию страны. С учетом того, что у нас с вами почти 70% территории газифицировано, мы должны резко увеличить объемы финансирования этого направления. Мы можем себе позволить в течение 5 лет завершить газификацию Ульяновской области. Пленарное заседание завершилось церемонией награждения. В этот раз чествовали победители в 6 номинациях. Сельский доктор, сельский учитель, сельский работник культуры, сельский тренер и работник агропромышленного комплекса. Лучших профессионалов глава региона наградил благодарственными письмами и памятными подарками. Виктория Чуркова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Деньги сверхплана. Бюджет Ульяновской области пополнился на 12 миллиардов рублей. Об этом губернатору Сергею Морозову доложила министр финансов Екатерина Буцкая. Вчера вечером Сергей Морозов заслушал доклад министра финансов региона о поступлении налогов и иных средств в бюджет. В целом финансовая картина благоприятна. Не трудно, то я бы хотел, чтобы проинформировали меня о той большой работе, которую вы провели в Москве в рамках коллегии Министерства финансов Российской Федерации, потому что об этом говорилось в средствах массовой информации очень много, о том, что там костей было очень много, руководителей страны было достаточно много. Я так понимаю, что там в том числе и какие-то очень важные решения
озвучивать. Действительно, намечена очень позитивная тенденция. Впервые за 2018 год, за 7 лет, получен такой профицит, как 2,6% от ВВП. В общем-то, такого не было. И вот такая положительная тенденция, она, конечно, только радует. Но основной акцент был сделан именно по реализации национальных проектов. То есть сейчас реализация 204 указа, оно очень серьезно стоит на контроле. И прежде всего, конечно, Дмитрий Анатольевич говорил о том, что нужно подумать о том, как быстрее ускорить процедуры проведения конкурсов, торгов. Деньги на нацпроекты поступают вовремя, поэтому с их реализацией на местах проблем быть не должно. За правильной реализацией проектов и средств пристально следит федеральный центр. Но у региона есть и свои бюджетные победы и рекорды. Да, действительно, сегодня есть уже оперативные итоги работы первого квартала, как по доходным источникам, так и по расходам. И хотелось бы отметить, что в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 12,2 миллиарда. Это перевыполнение плана составило 102%. То есть плюсом 233 миллиона, а мы получили именно к плановым показателям. Перевыполнение финансового плана, несомненно, отразится на развитии области и росте благосостояния граждан. Наш бюджет на 72% социальный. Задание правительства страны – как можно быстрее обратить заработанное в конкретные блага для граждан. Павел Половов, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды». По всей России стартовала массовая прививочная кампания против кори. Прививки сделают россиянам, а также находящимся на территории нашей страны трудовым мигрантам. Прививки должны сделать с 1 апреля по 1 октября 2019 года. В первую очередь вакцинироваться будут жители Ульяновской области в возрасте от 35 до 55 лет, которые по долгу службы имеют тесный контакт с большим количеством людей. Прививаться жители региона будут в государственных медицинских учреждениях. В регионе разработан стандарт благоприятного экологического климата. Как подчеркивают специалисты Министерства природы и цикличной экономики, введение экостандарта станет ключевым моментом развития экологической политики региона. В Доме правительства прошло совещание по обсуждению проекта «Зеленый регион» и развитию благоприятного экологического климата. Рассмотрим вопросы, связанные с экологической обстановкой, благоприятной экологической обстановкой в Ульяновской области. Рано утром мы сегодня коснулись вопросов реформы с твердыми коммунальными отходами, бытовыми отходами. Все не так однозначно, может быть, как кому-то кажется. Есть много интересных, есть много сложных проблем. Я думаю, что мы все эти проблемы в любом случае порешаем, в том числе и связанные с воспитательной работой, начиная со школ и заканчивая домовладениями. В Министерстве природы и цикличной экономики разработали стандарт деятельности исполнительных органов государственной власти. Благодаря новому документу все отрасли региональной экономики возьмут курс на экологизацию. Для отдельных ведомств, к примеру, автотранспортное предприятие, это означает переход на газомоторное топливо. Для Министерства промышленности – внедрение системы НДТ, наилучших доступных технологий. Для Министерства ЖКХ – активное участие в национальном проекте «Экология». Речь идет о том, что на каждую отрасль у нас по данному стандарту будет заниматься активной экологизацией, включающей вопросы охраны окружающей среды, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Немаловажным вопросом остается переход на новую систему сбора и утилизации коммунальных отходов. Реформа началась с 1 января 2019 года. Однако пробелы есть и сегодня. В частности, по зоне деятельности регионального оператора номер 3, обслуживающего Заволжский район Ульяновска и примыкающей территории Старомайнского и Чердаклинского районов, суть в том, что в районах не до конца был урегулирован вопрос по заключению договоров с гаражными кооперативами и садовыми товариществами, больницами, школами и детсадами. В итоге вот этой длительной дискуссии сегодня была поставлена точка в вопросе и определено, что все учреждения социальной сферы по зоне деятельности третьего регионального оператора будут заключать договорные отношения по фактически образуемым объемам твердых коммунальных отходов. То же самое касается гаражей и дач. Однако по законодательству у них должны быть оборудованы за свой счет площадки и контейнеры для сбора мусора. По словам министра, успешное и качественное внедрение данного стандарта – дело не одного дня и рассчитано на 5-10 лет. За это время комплексно принятые действия заметно улучшат качество и условия жизни населения каждого муниципалитета. Необходимо заниматься и очистными сооружениями, и ливневыми канализациями, для того, чтобы экология в наших реках была соответствующая.
Поэтому большую работу планируется и с промышленными предприятиями, потому что очень много используют сложные и вредные производства, и тем более утилизация сегодня обязывает нас работать уже по новым стандартам. И вот этот документ, по крайней мере, позволит уже более просто и проще проводить эту работу. Итоговый согласованный документ ляжет на подпись главы региона 10 мая. Дальше дело техники и человеческого фактора. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области завершается отопительный сезон. Решение о прекращении подачи тепла будет приниматься каждым муниципальным образованием отдельно. Ульяновцев отключат от теплоснабжения после того, как в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха на улице будет выше 8 градусов тепла. В Новоспасском районе отремонтировали поликлинику Центральной районной больницы. Обновленные учреждения сегодня работают с учетом принципов доступной среды и бережливой поликлиники. Наталья Чумаченко из Новоспасского района. В марте 2018 года свои двери открыла капитально отремонтированная поликлиника Новоспасской районной больницы. На ремонт было потрачено 30 миллионов рублей из региональной казны и средств спонсорской помощи. Хотя сумма и внушительная, это не главное. По словам главврача, важно то, что работы проводились в кратчайшие сроки с учетом принципов доступной среды и бережливой поликлиники. Самое главное и самое основное, для чего мы это делали? Мы это делали для людей, для их удобства, для качество медицинской помощи. Вообще есть два основных показателя медицинской помощи. Это качество и доступность. Вот в настоящее время мы постарались совместить оба этих постулата, и качество, и доступность. В первую очередь, если мы говорим о доступности медицинской помощи, мы видим современные учреждения с правильными подъездами, с правильно разведенными путями маршрутизации пациентов. Электронная очередь исключает толкотню в коридорах, а современное оборудование дает возможность бесперебойной работы кабинетов. Только новейший аппарат УЗИ экспертного класса стоит 4,5 миллиона рублей. Он позволяет расширить спектр оказанных услуг населению в диагностике. К нам поступил в районную больницу самый современный аппарат. Его особенность в том, что в нем заключается масса исследований, которые могут использоваться в кардиологии, педиатрии, гинекологии, также при исследовании сосудов, в каком-то веке даже в какой-то мере суставов, неврологии, и для использования в педиатрии также очень важно. Сделана ставка на повышение качества работы всего медперсонала. В регистратуре пациентов встречают улыбкой. Дальше их ведут на консультацию и осмотр врачей, большинство из которых имеют высшую категорию. Руководство не забывает и про смену поколений. Молодых специалистов для светлого будущего привлекает в медучреждение уже сегодня. Молодой и перспективный врач Олег Михайлович Ярастов в прошлом году приехал в Новоспасск из Ульяновска. В больнице он успешно работает вот уже больше года. Я работаю с сентября 2018 года, уже полгода. Вот. Меня все устраивает, нравится работать в этой больнице. Здесь много разных диагностических у нас возможностей. Это КТ, рентген, маммограф, флюорограф. Новые стандарты работы нравятся всем без исключения пациентам. Здесь не только внимательно относятся к бабушкам и дедушкам, но и выстроена работа с детьми. Ребеночка Наталья Анатольевна посмотрела, все хорошо, зубки полечили, пломбочки поставили, немножко поплакали, но все нам понравилось. Медсестра хорошо работает, Наталья Анатольевна очень тоже мне нравится. Ранее стоматологический кабинет располагался в отдельно стоящем приспособленном строении без тепла и ремонта. Теперь в кабинете проведены ремонтные работы на сумму более 300 тысяч рублей. Закуплено современное оборудование почти на 800 тысяч рублей. На установках работают врачи-стоматологи с опытом работы более 15 лет. Оборудование, конечно, у нас пришло очень качественное, современное, отвечающее всем требованиям современным нашим. Вот, то есть здесь подведена и вода, здесь она есть и холодная, и горячая. Все мобильно, все очень просто в обращении. Вот, и здесь даже реанимационные действия могут проходить независимо даже от нас в том плане, что человек упал в обморок,
Нажимаем на кнопочку, кресло само раскладывается так, как нужно. В 2019 году изменения продолжатся. Так в больнице начнется создание первично-сосудистого отделения. Проект будет реализован с использованием механизмов государственно-частного партнерства. На ремонт помещений из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей, а еще 21 направят на закупку современного оборудования благодаря привлечению средств партнеров. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Областной перинатальный центр закрывается на помывку. Санитарно-гигиеническая обработка в акушерских стационарах продлится с 3 по 17 апреля. На это время роженицы и беременные женщины будут распределены между роддомами городской клинической больницы номер 1 и перинатальным центром «Мама». Год театра в России свой юбилей отмечает, пожалуй, самый любимый театр местной детворы – кукольный. 1 апреля, 75 лет назад, советских ребят порадовали спектаклем «Коза Дереза». Что изменилось за десятки лет, расскажем в нашем материале. Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию со дня основания областного театра кукол имени народной артистки Валентины Михайловны Леонтьевой, состоялось 1 апреля на его родной сцене. В апреле 1944 года прошла первая театральная премьера спектакля «Коза Дереза». С этого момента начался жизненный отсчет театра. Его создателями были супруги Николай и Марина Мисюры, артисты Московского театра оперетты, которые во время Великой Отечественной войны попали в эвакуацию в Ульяновск. Конечно, главными зрителями театра являются дети. Однако за последние 5 лет зрительская аудитория расширилась. Сегодня театр показывает спектакли и для подростков, и для взрослых. Всего в театральный репертуар входят почти 40 спектаклей. Юбилей, всегда это хлопоты, волнения и, конечно же, радость. И для нашего театра это огромная радость. Во-первых, радость за то, что театр жив, радость за то, что театр нужен, театр востребован зрителем и театр любим зрителем. Вот это, пожалуй, самая главная радость, которая нас радует в юбилей. В юбилейный вечер в театр пришли его поклонники, театральные деятели, представители ведомственных структур власти. Министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова напомнила, что 29 марта в связи с Международным днем театра учреждение получило медаль почета. Еще раз примите искренние поздравления со столь высокой наградой, ну и, конечно, подарок. Сертификат на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей на приобретение автобуса для организации выездных гастролей вручается областному государственному автономному учреждению культуры Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки Валентины Леонтьевой. Пусть ваши гастрольные поездки станут более комфортными и приятными. В 1945 году по штатному расписанию в театре числилось всего 12 человек вместе с конюхом-кучером. Сегодня только в труппу театра, считая и его Димитровградский филиал, входят почти 30 человек. В честь юбилея многие из них были удостоены наград. Своих коллег поздравительными номерами поздравили артисты других ульяновских театров. Москва, Париж, Майорка, а гастролей боя нет. Верно, что сегодня будет слышать не белый свет, а долго отправляет вас в театр небольшой. Еще один важный подарок юбиляру – капитальный ремонт в исторической части здания. В нем театр располагается с 1970 года. Оно построено по проекту архитектора Федора Левчака. Из бюджета на ремонт выделена немаленькая сумма – 21 миллион рублей. Ремонтные работы пройдут в летний период после закрытия театрального сезона. Применение современных технологий позволит не только восстановить здание, но и даст ему долгую жизнь. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Выставочный проект «Символы эпохи. Люди, изменившие мир», который открылся и работает в Ленинском мемориале, можно посмотреть уже в полном объеме. Он посвящен 4 политическим лидерам Кубы, ЮАР и Турции. На этот раз экспозицию посвятили Кемалю Ататюрку.
Заключительная часть проекта «Символы эпохи. Люди, изменившие мир», которая открылась, как и предыдущие части, в рамках 57-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» в Ленинском мемориале, посвящена основателю и первому лидеру Республиканской народной партии Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Она рассказывает о жизни и достижениях политика, символа свободной Турции. Партнером сегодняшнего проекта выступил музей Кемаля Ататюрка в Стамбуле. Я хочу сегодня обязательно поблагодарить руководителя этого музея Ханде Исмаилову Юнар, который предоставил нам уникальный экспонат. Это 49 уникальных фотографий, которые можно увидеть на стендах. Среди музейных фотографий есть редкие снимки Ататюрка, командира отряда во время Итало-Турецкой войны, фотографии времен Первой мировой войны во время проведения Дарданельской операции, а также портреты его семьи. Кроме того, посетители могут увидеть материалы, отражающие деятельность Мустафы Ататюрка во главе национально-освободительного движения и войны за независимость, приведшие к созданию нового республиканского государства. Биография Кемаля Ататюрка, она прекрасно говорит о том, как много может сделать один человек. И многие специалисты подчеркивают, что Кемаль Ататюрк буквально в одиночку провел Турцию через бурный 20 век, изменив буквально все в этой стране. Объединенная выставка будет работать в галерее Большого зала Ленинского мемориала до 31 мая. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18:50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания.